А, слышу, по ней забегает. Стоит от третьего лица. Давай выходи. А, все что ли, это минус 7? Так, ну, надо сделать вот так вот. Простите, ребята. Этот злобный Виктор закидывает мне хаешки. И хочет меня убить. Да я тут, давай пообщаемся. Иди сюда. Так, ну что же, всем пиши приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня решил упасть на конты в Гюргопол. Понял, короче. Пушек нет, со мной два склада. Пуфтамберил уже. О, бери его есть. Ясно. Не курс с первого сезона. Стой, 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 но я уже не успел. Ясно. Так, надо броник забрать. Шарит за куртки первого сезона. Гризли. Ну, видимо, там где-то его тиммейты, в той стороне. Слева как-нибудь обойдем. Вот здесь была война тоже. В этой стороне. Вообще никого не видно. А, слышу. Или это бот? Ботинок. Нормально здесь сидят. Все, минус двойка. И один на вышке получается сидит. О, 3x. А знаешь, почему я хотел 3x именно? Смотри. Сейчас увидишь, что я сделал. Опа, она. Такая красотуля. Ну, тип, скорее всего, где-то на вышке сидит, я так понимаю. Да, вижу, вижу, вижу его. Минус. Сейчас мы залутаем, что там у него есть. Мне семерок мало, семерки нужны. Так, а что вообще по разведке было? Надо наверняка на стан ехать. Там 100% типы сидят. Сейчас тачку найдем. И поедем. Чего? Ботинок. Семерки мне поднес. 4x. Не, 4x я не играю, все. О, мне хаешки пошли. Вот где-то здесь чел у меня сидит. Там еще тачка проехала. Кто хаешу кинул, вопрос. И тачка, видимо, уехала куда-то. А, слышу, по ней забегает. Это внизу чел. Либо еще ближе где-то. Но я 100% тип. Стоит от третьего лица. Давай выходи. Минус.
Пипец, засел, блин. Ну все, верненько, основной получающий ликов нет. А тут типа уже уехали. Ща РБшку заберем, поедем в зону. Блин, опять зона куда-то вправо ушла, да почему? Каждая вторая зона у меня уходит вправо почему-то. В ту сторону. Ни вниз, ни вверх, ни влево, именно вправо. Блин, хаешек нет. Коктейлей тоже нет. Справа флэрку запустили. А, тут дача стоит возле школы. Там вроде чел. Возле дачи. Да, там даже двойка. Тачку сели. Есть, ну. Поехали, подъедем. Блин, моего добил. Блин, а я два нока дал. Блин, встал, стоит. Пилится. Блин, двоих мы их забрали. Где-то на горе рожка щелики сидят. Блин, мне единственная проблема, бустов нет. А, у меня в школе уже щелы бегают. По крыше. Это непонятно, двойка или сольник. А, двойка здесь. ХЭшку. На крышу поднялся. По крыше бегаю, чел. Стоит. Коктейль кидает мне. Все, минус. Это чел с рожка 100%. Так, справа дроп падает. Поехали на дроп. Где-то вроде как в стороне мейншана. Да, вон дымится дроп. Главное, чтобы бенза мне хватило потом обратно уехать. Так, ну на дропе никого нет. Хорошо. Блин, здесь аук. Грозу хочу! Либо ВМ. Ладно, поехали в зону. На мосту 100% типа есть. Там разведка, наверное, в репку была. Поехали туда. Да ну ё-моё. Что за ерунда? Там баги стоит. Что-то мне с машинами вообще не везет. Постоянно то одно переворачивается, то другое переворачивается. А, УАЗик передо мной едет.
на 200. По горе проехал. Скорее всего, в кемпы в эти заехал. Да-да-да, там файт. А, там фулл сквад даже. Есть. Надо дом пообще заехать. Мне с кем-то, видимо, файтиться там. Блин, отлично, хаешка отпустилась. Не смог. Так, подожди, где у них четвертый вопрос? И такое ощущение, что в кемпах еще кто-то есть. Не, походу все, больше никого нет. Там на дороге УАЗик стоит. Тоже непонятный. УАЗик справа едет. Ух, ё-моё, там типов. Есть, ну. Один у меня в упоре где-то. Что ты так лагаешь-то? А, все что ли, это минус 7? Да, походу минус 4. Так, ну, надо сделать вот так вот. Простите, ребята. Сорян, что так получилось. Дроп еще один упал. Сейчас на дроп поедем. Так, давай 6x возьму. Поиграю 6x. А, чел. У него авик, что ли? Ему две головы поставил. Да, у него АВМ 8Х. Чего? Две ракетницы? Ну, то есть два патрона. Вот это я понимаю. Залутался тип. Две флайрики у него. Там кто-то на лодке еще плыл. Там лодка стоит. Сейчас еще в финале флайрику выпустим. Еще нормально будет. Там тачка стоит, РБшка чья-то. Там затачка непонятная. А это дача стоит. Просто дача. И УАЗик там припаркованный тоже. Импакт стоит. Я, кажется, вижу чел. Блин. Дал хит. Дал еще хит. Ну, там двойка. Здесь один, ну. А, я вижу, вижу, вижу его. На крыше лежит. Дал ему хит тело. Так, нужно к ним подъехать, непонятно там сколько, я вообще двоих там видел.
А, они поднялись. А, все, минус. Подожди, а кто их поднял, что-то я не понял. Так, ну хотя бы теперь инфа есть по челикам. Там получается сольник или сколько их там? А, подожди, два типа осталось уже, все. Изи. Да, вижу, он на крыше лежит. Блин. Да ё-моё. Все, убил его. Так, ну и сольник остался, получается. Прими мой вызов, пожалуйста, давай затимимся. Давай пообщаемся. Надо куда-то в центр зоны встать и пострелять вверх. Вот куда-то сюда, наверное. Сейчас бам, мне Савика прилетает просто. Снайпера какого-то. А, слышу. О, это он бежит. Давай затимимся. Давай затимимся. Братан, я не хочу с тобой. Ты смотри какой, а. Давай затимимся, слышишь? Стой, 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 не стреляй, давай пообщаемся, алло. Алло, давай пообщаемся. Я не хочу с тобой стреляться. Да... Что ты делаешь? Злой Виктор. Что ты делаешь, злой Виктор? Крышки раскидывает. Давай пообщаемся. Я просто хочу с тобой пообщаться, ты глянь. Слушай, ну может быть он пообщается, а? Этот злобный Виктор закидывает мне хрешки. И хочет меня убить. Да я тут, давай пообщаемся. Иди сюда. Ох ты ж какой, а. Кого он там стреляет? Что ты делаешь? Злобный Виктор. Ты квастри на него. Он чуть меня не убил. Все, засел, сидит. Какие у него дальше действия, мне вот интересно. Он спрыгнул. Бежит в мою сторону. Ты гляни, какой шустрый, а. Все, поднялся на крышу. Чекай, чекай, чекай. Смотри, не сидит на месте вообще. Сейчас я ему смог закину. Не, смотри. Знаю, что это смог. Спрыгнул вниз. Бегает, бегает, бегает. В туалет зашел? Он опять что-то мне греет. Че он закинул, интересно? Или он смог кидал?
Ты глянь какой, а. А я в него еще попасть не могу. Шустрый. Стоит, смотри. Просто стоит, смотрит. Сейчас встречу я с ним сделаю. Он просто будет этого не ожидать. Он, блин, Виктор, а. Алло. Не хотел я тебя убивать, ты понимаешь? Пообщаться с тобой хотел. Дрэггер 94. Вот что ты такой прямый-то, ё-моё. Затимились бы. Топчик бы тебе подарил, ну ё-моё. Ладно, в любом случае нормально. Вот тебе послушник. Достойно сражался. Так, итого, значит, 23 кило, 3000 дамаги. Прикольная карточка. Считай, там тройку развалил. Потом... А, кстати, это, скорее всего, тот тиммейт той тройки, которые возле папища были. Скорее всего, это как раз таки их тиммейт. Потому что там тима казахов, и это тоже казах. Потом сквадик еще заехал, потом на контакт. Ну, короче, классная катка, в любом случае, мне понравилась. Вот, не забудь поставить свой лайк. Обязательно прожимай лайкос. Также, если ты еще не подписан на канал, тоже обязательно подписывайся. Пиши любые комментарии, комментарии я все читаю, поэтому пиши. Ну и все. Желаю тебе, в первую очередь, хорошего настроения, удачи и пока-пока.